Всем привет, ребят! Помните, да? Автобус, прикольный автомобиль, который у нас поднимал, скажем так, задний бампер вверх-вниз. Блин, эпично, конечно, все это выглядело. Получилось довольно-таки неплохо, да? Может быть, конечно, насос Гура не качается такой там сумасшедшей скоростью, чтобы оно там подпрыгивало. Но в любом случае он работает. И это прям очень даже хорошо. Короче, что будем делать? Берем еще два цилиндра. Разрезаем автомобиль пополам. И делаем такой раздвигающийся и собирающийся обратно. Ну, лимузином, конечно, это сложно будет назвать. Но, скажем так, будет ВАЗ-2109 Long. Причем все это проделывать будем тоже на гидравлике. Поэтому, как говорится, хорош ля-ля, давайте пожжем. Поехали. Итак, что получилось? Смотрите, замечательно. Наша гармошка практически готова к тому, чтобы, то есть, гармошка. Интересно, конечно. Пускай будет гармошка. Гармонь. Чтобы стать немного длиннее. Значит, что цилиндры приварены, все хорошо, направляшки приварены. Гидравлика вся установлена. Правда, тут, ой-ой-ой, как паутина, все в шлангах. Ну ладно. Мы только учимся, поэтому я думаю, что мы научимся их укладывать, что их не будет видно, но пока как-то вот так. Значит, что автомобиль распилили. Распилен он уже практически полностью. Здесь остались, правда, места вот в порогах. То есть, ну, понятно, там порог, там полукороб, жесткость, болгаркой сколько там можно было забраться, все это дело распилилось. Ну, а дальше, чтобы все это перепилить, не хватает немного диска. Ну, так подумали, блин, у нас же стоит гидравлик. Ну, маленько не допилилось. Ничего страшного. Значит, все равно нужно тестить, все равно нужно смотреть, как все это дело будет работать. Поэтому предлагаю, что раз осталось совсем немножко, то есть металла, который у нас держится, давайте тогда, масло уже залили, все хорошо. Правда, еще не проверяли. Давайте-ка мы ее заведем. Насос у нас заработает. И мы прям вот этой же гидравликой, которую мы уже установили, ну, скажем так, ну, маленечко порвем ее. Ну, чтобы она делала оттуда-сюда и становилась длиннее, либо короче. Ну, потому что действительно прорезать не очень-то получается. Да и она в любом случае, она очень гнилая, там, если и осталась там, то там уже действительно, наверное, труха. Заводи! Глаза под лоб. Так, все заводится, все работает. Ну. Поехала! Стой! Стой! Еще есть запас. Поехали дальше. Все, да? Да. О, ну-ка. Ну, кто сказал, что это не лонг? Это прям самый натуральный лонг-версия. Значит, это все надо дело облагородить, шланги все убрать, а надо зашить вот это место, которое у нас раздвигается, ну, чтобы у нас не было просто дыры, когда это все дело раздвинется, чтобы это как-то более-менее смотрелось культурно. Ну и все,
и можно будет ехать на испытания. Поэтому погнали! В результате установки всех вот этих гидравлических плюшек получилась такая замечательная штука. Запускай. Заводиться стала она прикольно. Ну давай, нажимай на рычажок. Опа! И поехало все это дело в разные стороны. Вот такая вот история. Прокатиться предлагаю все-таки сначала здесь маленечко прокатиться по гаражам. Потому что есть она прям, ну, такая... Я бы не сказал, что это несерьезно. Это очень серьезная проблема в том, что этот автомобиль, он очень гнилой. Просто кошмар как. Черт его знает, что может с ним произойти. Это уже не автомобиль, ребят. Это уже все. Это прям такая труха. Но в любом случае, выехать надо, посмотреть, как она поведет себя здесь. И если будет все... скажем так, более-менее спокойно, более-менее уверенно, ну тогда уже можно будет выдвигаться чуть дальше. В общем, поехали. Нет, только удлиняй, чтобы народу посадить можно было больше. Но потом можно их трамбануть обратно. Так что вот так. Да. Так, попробую в таком виде маленько проехать. Страшно, конечно, вот прям действительно. Пожались пацанами нормально. Сидушка еще близко из-за того, что пол машины отпил. Блин, во все тут втыкаешься. Я ненадолго. Я народ поудивляю, смотри. Прикольно? Пускай люди посмеются. Но это еще не все. Видал, как? Люди же ходят, показать им просто. Причем в таком положении можно ехать. Неудобно, но можно. Вот он. Как угодно. Хочешь покороче, хочешь повыше, пофигу.
Да-да-да. Так вот. У нас автобусы такие были бы, да? Он битком набился, хрясь за ручку и поехали. Ну что, в очередь записываемся, давайте там по дням распишу, кому, чего, кого там, когда сделать. Ну вот я говорил, знал, куда приехать, надо приехать туда, где у нас автомагазин, где народу побольше. А? В чем прикол? Ну в чем? Вы еще не видели? Не-не-не-не-не, вот сейчас. Все вот эти. А, да просто так? Просто так, да. Поржать, потому что, ну, да, поржать, когда был вот такой, да, хотелось что-нибудь сделать. Ну а что тогда? Да и вот такой был, хотелось что-нибудь сделать. Попробую, да. Не было возможности, скажем так. Молодец. А сейчас, вот, сейчас она есть. Круто. Поэтому вот так вот. Спасибо. Четко. Получается четко. У вас действительно. Какие? Любопытно? Да, испытываете? Да, все испытываем. Это которая задирается выше, чем... Привет! Приходил. А, я помню тебя, да-да-да, предприниматель. Да. Что там с лимонадом получается? Ну, мы продавали, мы 1005 заработали. О, молодцы, молодцы. А вы... Давайте, желаю вам развития. А, да. Вы видео снимаете? Да, конечно. Это девятка была или 15? Девятка. Да? Да. Ладно, все, мальчишки, давайте. Вернулся, значит, ребят, на базу, все нормально, хорошо, здорово получилось. Значит, ну вот, такими возможностями мы наградили этот автомобиль. То есть у него задняя ось, ну не ось, вернее, задняя часть кузова, смотрите, как поднимается. Плюс ко всему еще он удлиняется. Ну, на самом деле, видели. Там все так душевно посмеялись, похохотали. Ну, конечно, эти вопросы, да. А типа, а зачем? А просто так. Вот действительно, просто так. Для того, чтобы все это было просто весело. Поэтому, ребят, блин, все классно, все здорово. Значит, двумя возможностями, я говорю, еще раз скажу, мы его уже наградили. Поэтому пишите, что можно еще сделать. Ну, крыша раскладная, тут уже как-то не очень получится. Ну, потому что мы пополам распилили. В общем, ну, а дальше ваша фантазия. Поэтому, ребят, у меня на этом все. Смотрите нас, подписывайтесь на что-нибудь, предлагайте, комментируйте, ставьте вот такие лайки. Ну, все. Пока.